Всем привет! На манеже все те же. Это канал «Хвостатое счастье» и я его ведущий Волков Сергей. Канал рассказывает о жизни приюта для бездомных животных, в котором живут и работают два человека – я и моя супруга Галина. Этим мы занимаемся уже с 2011 года больше 10 лет. На сегодняшний день у нас в приюте больше 200 животных. Это где-то 140, может 150 собачек и 60-70 кошечек. Мы перестали считать давно, потому что смысла в этом нет. Нам не помогает государство, у нас нет работников, но зато нам помогают наши подписчики и просто неравнодушные люди. Сегодня ролик о том, как мы прям с утра приняли болезного котейку из Серова, это город Свердловской области. От нас это где-то около, блин, врать не буду, но ехали люди сегодня в час ночи, они выехали. Они работают тоже в приюте, в отлове. То есть они в час ночи после того, как закончили все в приюте, выехали и к нам приехали в 6 часу, даже в 7, наверное. То есть вместо того, чтобы лечь спать, повезли нам котейку. В общем, с котом все сложно. Почему сложно, вы узнаете, если посмотрите этот ролик до конца. Ребят, жду от вас лайки, комментарии, репосты. Поделитесь в соцсетях ссылкой на этот ролик. Этим самым вы поможете в продвижении канала. Ну и мы не откажемся, если вы вообще поможете нам, потому что сейчас мы кота оставили, и его будут оперировать. Сами понимаете, это все дело очень-очень затратно. Вот. Но шансы есть, потому что котейка дрыгает ногами, машет хвостом. Вот. Но все равно все сложно. То есть я надеюсь, что котейка выберется. Ладно, давайте смотреть. Ведь какое утро бывает, да? Да, утреннее утро. Мы ехали-ехали, наконец доехали, называется, да? Да вы что? У нас только одеяло. У меня переносок вообще нет. Ничего страшного. Я собачатник. Мы такие же, но кошками тоже загибаемся. Ну, по так, мере. У меня они дома-то все как бы здоровые. Вот приходят и на унитаз писают как вот. Так, чтобы кого-то лечить, нет. А этот вот привезли. С той стороны, да? Там коробки с молочкой. Ну, так нас потащило через Новоуральск. Мы смотрим, 45 километров осталось. Такие довольные. Ворота там. Женщина говорит, вы куда? Ё-моё, опять через эти сады все. Я маленький. Да так, давайте я, наверное, его достану. Сейчас, ага. С одеялом. Да, да. Да, конечно. Отходи. Какой красивый. Красивый, ага. Что, по нему... Он молодой. Глазки живенькие. Сколько ему? Годик? Не знаю, но молодой. Ну, видно же, что котик молодой. Там на самом деле есть проезд через Новоуральск. Но там надо знать, где повернуть. Даже с трассы. Там мы через сады вообще ехали. Потом кое-как в гору поднялись, там дороги не чистят. Мы с 4-го раза только я на 2-й вот так вот, аж у меня машина была. Я сейчас мы застрянем. В ночь-то вообще замечательно застревать-то, но. На нас никого нету, думаю, сейчас мы застрянем. Как-то назвали? Нет. Никак не назвали. Он у мамы вчера был, потому что мне дома положить его даже не было. Как Ищулькин. А сегодня вот я его взяла, хотели катетер поставить, чтоб мочу. Вчера не смогли, сегодня у него она подтекает, потому что у него там все опухло, поэтому мочу ему катетером не отвезти. Руками тоже не стали лезть, понятно, потому там что сжать, там ну, видно, да. что что-то внутри. Я говорю, я не буду пробовать даже что-то. Но я вчера лежит. Клинику предупредила, я говорю, если до меня ночью привезут кота, я говорю, с утра буду у вас. У него, скорее всего, разрывы ткани-то 100%, а вот какой орган у него выпал, может, мочевой отбит или что, не знаю. Прямо вы видели, да, что машина проехала? Нет, мне привезли его на работу. Может, говорит, отлежится. Я раз открыла, я говорю, вы что, это спинальник, стоп, ну, там видно бедро, лапа ушла, чтобы я, говорю, потрогала, говорю, бедро-то 100%, что сломано. Лапу подняла, все опухло. УАЗик, говорит, переехал. Как понять, переехал? Мне кажется, если бы УАЗик переехал, он бы уже все там, конечно, на месте, там бы размотало бы. В пятницу. Внутреннего кровотечения наверняка бы уже умер. Ну да. Он бы сейчас и не дожил. У нас он, пока мы были в отлове, ничего не ел. У мамы ел вчера ночью и утром, получается, только а ел. А что кушал? Влажник ел, курицу ел, рыбу вареную ел. Вот такое по чуть-чуть, да.
Ну, сказали, если, типа, не будет есть, и кормить, типа, со шприца. Ну, то вам-то это виднее. Ну, понятно. Угу. Ночью только написала, стерилку отпахали. А сегодня поехала к другому ветеринару, и она говорит, ты что, говорит, я ничего делать не буду. Никакую, говорит, эту катаризацию. Я, говорит, могу его разрезать, положить на... Ну, понятно, на спину. Да, ну, говорит, ты представляешь, что, если я не знаю, что там происходит. Угу. Кихюлька. Ладно, пойдем мы его в тепло. Угу. КТ. Катюн, ладно, спасибо давайте, вам. До свидания. А, спасибо. Мне спасибо за работу. Не, ну привезли. Привезли, вы считаете, что всю ночь привезли. Ехали же, да? Конечно. Да, да. С 12. Да. Сейчас, я говорю, заблудились. Мы по Екатеринбургской этой трассе быстро-быстро-быстро, а дальше эту дорогу не знаем, дорога-то незнакомая. Мы до моря 3 километра ездили два раза. Ну мы бы поспали. А мы сейчас будем ехать спать. Вы аккуратно. До свидания. Ну все, давайте. До свидания. Открывай. Открывай, давай. Если олей. Почти что. А мой хороший. Да сейчас поправлю, не плачь. Ой, такая кися. Кисюк, кисюк. Сегодня поедем с тобой лечиться. Да, суровый такой кисюк. Пришла принцесса понюхать его. Ну, маленький. Он даже не ползает, ничего, да? Нет, пытается, он ползает. Катя сказала, у мамы, говорит, он метров 5 так, говорит, проползал на лапах, видимо, на передней. Хорошего катетер, да? Накапать. Надо УЗИ сделать, рентген сделать, надо понимать масштабы бедствия. Ну это понятно. Там тут видишь темно. И все, поехали. Поехали в клинику. На летней резине выезжаем. Да, звали мы его Тиша, потому что регистрация, надо его как-то назвать. Он лежит себе тихонечко. Ну все, приехали мы в клинику. Народ здесь уже есть. Все, выдвигаемся. Бери с Тишей, двигай. Держи. Давай. Тиша. Одевайся, раздевайся. А, Тиша. Здравствуйте. Было? Нет, новый. Ты смотри, чтобы он не высвистнулся. Да, я смотрю. Тишенька. А, к Николаю Сергеевичу, наверное, лучше. Потому что он сбитый ж. Там вообще непонятно, что с ним. Кошка?
есть кот, Тиша. Не кастрированный. Так. Год полтора, наверное, так, по возрасту. Тимоша, Топа, Триша. Нет, у нас Тиша не было. Тиша не было. Самый главный работник пришел. Угу. Это Светлана Николаевна? А? Это Светлана Николаевна? Нет, это Ленара Торин. А, это Торин? Это Торин. А Ленара сегодня работает, что ли? Да. Я же тебе говорил. Возраст его примерно. Год-полтора. Угу. Торин, ты будешь богатым. Вот прям на днях. Я тебя не узнала. Так, кастрированный? Нет. Угу. Торин тоже не узнал нас в масках. Он говорит, сейчас гавкну, опять закрою. Давайте нарисуем. Ну, он с этим, возьми сумку. Давай. Так, вот сейчас. Опа. Да не пикай ты, не пикай. Сейчас мама тебя аккуратно. Домой золотой. Нет, нет, нет. Готово. У меня золотой. Ну, умничка. Чи-чи-чи-чи-чи-чи-чи-чи-чи. Давали кирпичи. Здравствуйте. Его в пятницу сказали, что сбила машина. Еще в пятницу. А у вас когда он? Сегодня вот в 6 утра привезли. В 6 утра привезли его. Вот. Это было все в Серове. Там посмотрели, сказали, сломан, вроде бы сломан позвоночник и таз. И, возможно, выпадение внутренних органов. Ничего не делали. Там ничего нету. Да кишулечка. Машинка нужна. Да маленький. Моча подтекает, он... Да, тихо, тихо, тихо. Да, моча подтекает, он кушает. Ну, в смысле, аппетит есть. На ножки не встает? Нет. Сколько я могу судить, немножечко на правую. Да, правая опорная функция есть, слабая. ГБЧ сохранена, одергивание сохранено. Так, ну что, полетели на рентген. Нам же мало своих хвостов. Так. Я сам туда. Ага, хорошо. Так еще. Ай-ай-ай, отдай мне руку. Нет. Давай без когтей. Снимаем вторую кассету. Крокопыльником переворачиваемся. Снимаем. Так,
Тише. Тише. Хвостом, да? То есть, как бы, получается, позвоночник может и это? Ну, он лапы тоже отдергивал. Квашку кушал, курицу кушал. Вот по капельке подтекает, да. Или порционно? Ну вот так вот подтекает просто. Да-да. Гигантский мочевой выпал. Ч-ч-ч-ч-ч. Писун, тихо. Гематома, если его в пятницу задавили, а сегодня он приехал, он уже будет выглядеть не так. Это мочевой выпавший. Ну, так ведь? На классе? Да, похоже на то. Да все. Ты себя очень прилично вел. Только орут громко. А так все тихо делают, да?
это понятно, было бы удивительно. Сосуды кровеносные инфицированы, склерим. Тихо. Тише, ты чего развелся-то? Я знаю, что тебе неудобно. Ну, так что ж поделаешь-то? Убегать надо. По крайней мере, они на месте, и там нет жидкости. Ну и что, гидронефроза почки нет, да? Пока нет. Это что значит у нас? Что? Ну, значит, почки еще не крякнули. Почки еще не крякнули. Но есть изменения в печени, есть выпадение мочевого пузыря, и он перерастянут. Угу. Контузия почки. Контузия почки есть, угу. Да. Черепно-мозговая. Черепно-мозговая, есть. Да. То есть зрачки разные по размеру, да, получается. Угу. Ой, что же он перенес-то? Что же было-то? И таз в хлам. Ну, таз-то там вообще, я не знаю, их собирают, не собирают? Ну, собирают, но вот в данном конкретном случае там непонятно. Там ощущение, что он вообще напополам просто сломан. Да. Сейчас ставим катетер. Надо обезболить, взять кровь. Если кровь позволяет, особенно в плане анемии, видимо, сегодня сразу оперировать. У меня, правда, было немножко другое мнение. Сперва прокатетеризировать на несколько дней, понаблюдать, как это продолжается. Но это Светлана Николаевна меня убедила. Чё тянуть? Я не убедила. Мы побеседовали и подумали. Чё тянуть, ничего тянуть. Прежде чем класть зверюшку, попавшую под машину на операцию, все равно ее нужно сначала проверить, что там у него творится внутри. Угу. Это кровь и биохимия. Угу. Если у него высокий печёночный показатель или низкий гематокрит... Я сейчас отключусь на полчаса, мне надо отъехать. Вы пока кровь тогда да, делаете, а потом что в операционном месте? Ну, я в стационарном. Да. Если там эти показатели, ну, шибко ненормальные, тогда какая операция может не врунуться из этой операции. Но, тем не менее, раз у него, вот по мне, так это разрыв мышц на мышечной стенке и выпадение мочевого пузыря. Вставлять его туда надо, и тянуть с этим нельзя, потому что будет некротизироваться вся вот эта разорванная ткань. Это осложняется тем, что у него есть проблемы перелома. Тазовые кости, и, возможно, есть какая-то проблема с ущемлением спинного мозга в области крестца. Поэтому прогноз он такой. Ну, понятно. Такой. Он может остаться спинальником. Парализованным мочевым пузырем спинальником, да. Сначала все равно исследование и обезболивание, а дальше уже как попрет. При обильных кровопотерях, а вот такая тупая травма плюс ТМТ, это, ну, это неприятное сочетание. Часто у нас печень не справляется вместе с селезенкой, с большой вот этой вот самой кровопотерей, и начинают, ну, вылетать, так скажем, функции печёночные. Поэтому здесь лучше уж тогда потянуть с операцией до фиксами. Фикс с костями, конечно, лучше. Да. Кишки важнее. Но, в общем-то, чем меньше мы тут это, тем... Поэтому сейчас я хочу ему поставить подвижный катетер, забрать кровь на анализ. И, в общем-то, пока обезболить... Мочу-то будете отводить? Конечно. И для того, чтобы ввести туда катетер, надо кота обезболить и хотя бы маленько успокоить. Потому что, ну, не живем же туда. Ну, понятно, он орать будет и биться. Понятно. Поэтому сначала все равно вот эта всякая рутинная, банальная проверка. Дальше уже поехали. Хорошо. А что ел-то? Влажниками кормили. А курицей. Давайте местами кормили. Давайте. Курицей кормили его. Прям жрал? Ну, не жрал, но, говорит, ел. Ну, голодный был, может, так это. А поел. Вы кормили? Не. Он нам в 6 утра сегодня приехал. Они с Серова ехали часа 4. Больше. Они да. В 12. В час выехали. В 6 приехали. 5 часов ехали. Больше. Она мне вчера как написала про то, что у него, скорее всего, что-то выпало под этот. Я говорю, жопа, везите. Бросайте все, везите. Давай полочку.
Ком работает? Орел, ком работает. Походу был домашний, наверное. Так они чистенький. Там он, же... он сначала пришел, был испуганный, вы здесь уже давно, у него слизистые до сих пор очень бледные, и скорость наполнения капилляров, она хоть и нормальная, но это все равно анемия. Угу. Так что вполне может быть, что здесь донора заставляют. Это самое подтекает. Да, возьми пеленку. Что подтекает? Вот там. Моча. Моча. Я учите меня, что куда мне идти. Так. Это у нас общий. Это бизнес. Угу. Мы бьем. Вот бьем общий, можно вот эти полностью. А сейчас я с тебя еще температуру спрошу, дорогой. Ты что, просто отмазываешься, отмазываешься? Не пойду. Как это? Я буду платить или платить? Ты что? Ты что такое? А сверхъестественно у него ремонт таза. Ему плохо. Ему больно. Ему ай-яй-яй. Вот такая вот история. Все. Не знаю, как и что. Держим кулачки. Мы поехали кормить наших бандитов, потому что с утра весь день практически у нас... Ну, все утро пошло не потому, хоть сценарию, по которому бы хотелось. Но я думаю, что это стоит того, чтобы спасти еще очередную усато-хвостатую жизнь. Потому что в Серове там шансов у него на выздоровление, на лечение не было вообще. Потому что там нет ни УЗИ, ни рентгена, то есть и... Ну, сами понимаете, глубинка, уральская глубинка, что там может быть. Вот. А здесь будем ждать, обязательно будет продолжение. Подписывайтесь на наш канал, как повторюсь, лайк, комментарий внизу. Всем пока-пока, скоро увидимся.